Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы проходящей, прошедшей недели с гостями нашей программы. И сразу же хочу представить уже знакомые вам, собственно, гости. Игорь Туфельд, журналист и политолог. Игорь, приветствую вас. Добрый день. И Алексей Никитин, писатель, прозаик, он находится сейчас в Киеве. Игорь Туфельд, я забыл сказать, находится в Бостоне. Алексей, приветствую вас. Добрый день, Геннадий. Ну что, начнем, наверное, с событий, которые связаны с Украиной, и потом у нас еще будет возможность поговорить о внутриамериканских проблемах, и в частности, об вот этом скандале, связанном с тем, что ФСБ провело рейд в поместье Трампа в отсутствие хозяина в Мар-а-Лаго. Но эта тема, в общем-то, у нас, конечно, это сейчас тема номер один, и события в Крыму, события в Белоруссии, связанные с вооруженными силами Украины, как-то они отошли в сторону, но, конечно же, об этом я бы хотел, чтобы мы поговорили прежде всего, поскольку от того, как происходит ситуация в военных действиях в Украине, от этого зависит и мировой порядок, и от этого зависит, собственно говоря, победа, я не сомневаюсь, в этом вооруженных сил Украины. Алексей, взрывы на аэродромах в Крыму и в Беларуси. Вашингтон Пост сообщает со ссылкой на неназванного представителя украинского правительства, что взрывы на российском военном аэродроме в Новофедоровке, в аннексированном Крыму, стали результатом операции украинских специальных сил. Но я должен сказать, что украинские представители, они как-то, они не говорят, что да, это мы провели, но они не отрицают, когда их напрямую спрашивают, насколько вооруженные силы Украины в этом задействованы. Как это все комментируют в Украине? Ну и ваш собственный комментарий. Ну, в Украине, добрый день еще раз. В Украине, конечно, комментируют это с иронией, не признавая явно участие украинских вооруженных сил, но так вот намекая, что да, это мы. Интересно, как это стало возможно, потому что аэродром Новофедоровки, и кроме того, в тот же день было там еще 4 удара, в том числе и в Белоруссии, на достаточно большом расстоянии. Раньше никогда эти объекты ударам ни ракетным, ни каким другим не подвергались. И тут вдруг вот такая ситуация среди бела дня на глазах у тысяч курортников, россиян, приехавших в Крым отдохнуть, вдруг происходят все эти драматические взрывы, к которым они сильно не привыкли. Это, безусловно, работа, системная работа вооруженных сил Украины по уничтожению системы противовоздушной обороны России, да? Что стало возможно после получения американских ракет, да, антирадарных ракет, с помощью которых было почищено довольно основательно вот это пространство на юге Украины. С одной стороны, с другой стороны, мы помним, на дно был отправлен крейсер «Москва», с острова Змеиной силы ПВО России тоже убрались. То есть вот это вот пространство побережья Черного моря, юг Украины осталось, ну, практически, как мы видим сейчас, беззащитным. И ракеты, по всей видимости, ракеты «Гарпун», хотя, ну, вот как вариант еще рассматривать «Нептун» украинский, но «Гарпун» более дальнобойная, вот, по всей видимости, ракеты «Гарпун» как-то дотянулись до вот этого аэродрома и уничтожили такое количество авиатехники, которое Россия, Советский Союз даже, со времен Второй мировой войны за день не теряла никогда. То есть это удар более серьезный, чем потопление, вот, собственно, крейсера «Москва». Это еще более внушительный удар, настолько внушительный, что, не дожидаясь окончания взрывов, российское военное командование заявило о том, что это, безусловно, самовозгорание, это детонация нескольких боеприпасов, ни в коем случае не что-то другое. Но там были настолько мощные последствия, что, конечно, о нескольких боеприпасах говорить не приходится. Сгорели, мы видели видеокадры, сгорели машины на стоянках возле аэропорта.
и выбиты окна в домах на расстоянии километра-полтора километра от аэропорта. То есть очень большое, очень серьезное. Видели лопасть вертолета, проткнувшую автомобиль где-то тоже очень далеко, потому что автомобиль не сгорел. Вертолеты как-то вообще даже не очень среди потерь упоминались. То есть там потери очень серьезные. И это, да, это результат вот системной работы по наращиванию вооружения вооруженных сил Украины современным оружием, современными ракетами, системами залпового огня, противорадарными ракетами, ну и вот такими ракетами уже как бы среднего радиуса действия, да, типа «Гарпун». Вот таков результат, да, кажется. Но там вообще речь идет, по-моему, даже говорят о 30 самолетах, которые там находились, из них от 10 до 12 сгорели на месте, но поскольку все это вот так разлеталось, то, видимо, можно сделать вывод, что те самолеты, которые не повредила ракета, их просто-напросто там шрапнелью, там какими-то частями разорвавшихся самолетов, вертолетов просто повредили, они вышли из строя. По всей видимости, так и есть, ну, сложно просто вот совершенно точно задокументировать все это. Ну и еще один уже важный момент состоит в том, что все это произошло системно. Именно в один день, в течение 24 часов, 4 объекта было повреждено. Еще один объект – это аэродром, белорусский аэродром, переданный вооруженным силам России, военно-космическим силам России, в Зябровке, в Беларуси, на котором тоже что-то произошло ночью, что мы не знаем. Но там были взрывы, отнюдь не связанное со столкновением двух передвигавшихся устройств, как это заявила белорусская сторона. Да. Игорь, а вот все эти события в Новофедоровке, опять-таки в Беларуси, они говорят о том, что меняется не столько даже контур, сколько вектор военных действий. Россияне, они ведь поддерживают путинский режим, поддерживают то, что Кремль называет спецоперацией, до определенного момента. Вот когда это их не касается, тогда там 70-80% поддержки. А если начинают бить, и это касается твоих близких, это касается твоего дома, то тогда могут быть самые разные волнения. Вот в Крыме, Крым, он с 2014 года, с 18 марта, напомню, он принадлежит, когда Россия оттяпала эту территорию соседнего государства, произошла аннексия. Он принадлежит России. Практически нет ни одной страны, которая с этим согласна в мире, но Россия так считает. Это удар по территории Российской Федерации, еще раз я говорю, как считают россияне. А в свое время Дмитрий Медведев сказал, что если по нам будут бить, то тогда мы будем стрелять по местам принятия решений. Ну, видимо, я не знаю, там по Банковой, там по Киеву, там, ну, к примеру. А вот ударили по территории Украины. Ну, отсюда, видимо, и вот эти разговоры, что там детонация произошла, поскольку, не знаю, кто-то курил в неустановленном месте. Кстати, украинцы, они довольно так симпатично призывают российских военных сегодня не курить в неустановленных местах. То есть Россия не признает, что по ее территории ударили сегодня. Ну, видимо, нужно будет тогда принимать вот такие решения, о которых говорил Медведев. С другой стороны, мы понимаем, что не только в Крыму, но и в России начали прикидывать просто. Вот у тебя горит рядом с твоим пляжем, и ты там, я не знаю, забирая сандалии и там какую-нибудь подстилку и гамак, ты просто бежишь оттуда. Мало того, очень много собралось машин при подъезде к Крымскому мосту, но и по нему ездить небезопасно. Мы видим, что происходит с Антоновским мостом в Херсонской области, с мостом Новокаховской ГЭС. Точно такой же удар может быть и по Крымскому мосту. Иными словами, вы страна-агрессор, вы нас бомбите, вы нас уничтожаете, не думайте, что мы вам не будем отвечать. Ну вот я воспринимаю, по крайней мере, вот то, что произошло, именно так. Все, Украина перешла эту черту. Российская территория, принадлежащие России, как она считает, территории, они тоже будут подвержены соответствующим атакам. Игорь. Ну, все дело в том, что для того, чтобы Россия начала какие-то ответные действия адекватные, они должны признать, что это действительно было сделано не благодаря несоблюдению мерам противопожарной безопасности, а именно как ответный удар военных сил Украины.
То есть в этой ситуации Россия находится перед дилеммой. Если она признает, что это было уничтожено украинскими войсками, значит, они показывают свои серьезные прорехи в обороне. Если же они будут настаивать на том, что это самовозгорание, ну, в принципе, российским гражданам не так сложно будет в это поверить, потому что было достаточно много примеров всякой безалаберности, всякой безответственности, случаев воровства и так далее. То есть я думаю, что на сегодняшний день вот эта вот терминология самовозгорания будет продолжать действовать до тех пор, пока российские руководители, российская администрация не изменят свою точку зрения, но тогда действительно они окажутся в общем серьезной ситуации, что им надо будет каким-то образом, во-первых, показать, как они отвечают на эти военные удары, удачные военные удары со стороны украинской армии, или же наоборот продолжать скрывать это все под, как мы, собственно говоря, привыкли, те, кто выросли в Советском Союзе, мы знали, как люди вообще были в полном неведении о том, что происходило на территории Советского Союза, тем более о тех вещах, которые касались военной промышленности, каких-то там недостач, недостатков или крупных преступлений. Пример такой, как Чикатило, буквально до последнего дня все отрицали, что в Советском Союзе просто не может быть серийного убийца. Убийцы – это все загнивающий Запад, это вот у него такие вещи происходят. У нас никогда такого быть не может. И мне, в принципе, напоминает сегодня ситуация, вот те же самые советские дни, завеса секретности над вещами, которые уже все просто начинают смеяться, и продолжение оправдывания. То есть на самом деле в этой ситуации, ну что можно сделать? Или начать контратаку, или по всей территории России объявить о том, что граждане Российской Федерации должны соблюдать меры противопожарной безопасности. Но я скажу, Игорь, ведь на самом деле мы прекрасно помним этот флагман Черноморского флота «Москва», крейсер. Он ведь тоже, когда был потоплен, Россия утверждала, что что-то произошло, ну, наверное, кто-то опять-таки зажженную сигарету не потушил и бросил, и сдетонировали боеприпасы. Ведь такое было объяснение того, что произошло, Игорь. Да, именно такое объяснение. Я поэтому повторяю, что это уже не в первый раз. И если действительно произошло какое-то самовозгорание, то действительно надо по всей территории России говорить о том, что люди должны относиться к самовозгоранию с гораздо более серьезной точки зрения. Но все прекрасно понимают, что основная причина заключается в другом. Я как раз думаю, что большую опасность несут не только военные потери, но и то, что граждане Российской Федерации начинают понимать, что ситуация не такая простая, как им сообщают об этом российские средства массовой информации. И это, в общем, более серьезный фактор, чем все остальные объяснения, которые пытаются внушить своим гражданам администрация России. Алексей, поскольку мы говорим о том, что это был удар украинских вооруженных сил по Крыму, а Крым – это, как считает Россия, ее территория, территория Российской Федерации, у меня возникает следующий вопрос. 11 сентября, ну вот буквально через месяц, должны состояться референдумы в Херсонской области, вот в том, что там является оккупированной частью Запорожья, Запорожской области, по поводу присоединения к России. Там сейчас, особенно в Херсонской области, идут бои. И Зеленский, кстати, сказал, что мы вернем не только территорию Херсонской области и частично вот этой Запорожской области, мы вернем и Крым. Иными словами, если пройдут эти референдумы, а если они состоятся, то это безусловно, это однозначно, что те, кто там придут, не знаю, ряжены, тех, кого привезут из каких-то других районов, там вплоть до Луганска и Донецка они проголосуют, как херсонцы, мало ли. Совершенно понятно, что эти территории будут названы принадлежащими Российской Федерации. Но в таком случае, то, что говорил Медведев, мы не позволим
позволим, чтобы по нашей территории стреляли, мы тогда ответим. Но там какие-то были туманные намеки, что вплоть до ядерного оружия. Опять-таки, состоятся ли, как вы считаете, эти референдумы? Поскольку тогда придется защищать свою территорию, тогда придется, в общем-то, свои угрозы выполнять. Может быть, это будет причиной того, что эти референдумы не пройдут. Иначе, я еще раз хочу сказать, Украина, она от своих планов не откажется. Это совершенно понятно и однозначно. Но тогда будет речь идти о захвате с российской точки зрения российской территории. А, естественно, ВСУ будут возвращаться свои украинские территории. Как вот в этой ситуации, мне кажется, что это может быть повод, вот то, что произошло сейчас в Крыму, для того, чтобы отказаться от референдумов. Алексей. Сложно представить себе, что сейчас в голове у людей, которые принимают решения в Кремле. Ну, все говорит о том, что они действительно намерены проводить референдумы, по крайней мере, на каких-то территориях, непонятно на каких, но на каких-то намерены. Похоже, что та часть Запорожской области, которая оккупирована сейчас российскими войсками, будет, ну вот, среди тех территорий, где будет проводиться референдум, похоже, будет. Насчет Херсонской непонятно, возможно, тоже будет, возможно, нет. Что там с Донецком, Луганском? Ну, наверное, будут, хотя Донецкая область еще далеко не оккупирована и вряд ли будет оккупирована по нынешней ситуации, судя. Сложно прогнозировать, что у ребят в голове. В общем-то, украинская армия не пытается прогнозировать, пытается наступать, наступает где может и будет наступать, да, не особо согласуясь с действиями и планами России. Что касается возможных угроз применения, ну, того же применения ядерного оружия, они могли его применить, они могут его применить, они в дальнейшем, наверное, смогут его применять, если так вот повернется. Похоже, Украина не собирается на это смотреть вообще, вот, и будет действовать исходя из своих целей и задач. Освобождать украинскую территорию, в том числе Крым. Крым, возможно, невооруженным путем, там эту часть относят к возможности переговоров, но тут надо просто вспомнить, что это не первый удар, вот этот удар по авиабазе под Евпаторией, это не первый удар по территории Крыма. Они наносились и раньше, и будут наноситься, то есть Украина исходит из того, что у нее простая задача – освобождать свою территорию, и все. Ну, кстати, по поводу ядерного оружия, вообще ядерные проблемы. Игорь, на этой неделе прошел Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Представитель Российской Федерации Небензя, естественно, ожидаемо, все свалил на Украину. Вообще мы знаем, что Украина сама себя уничтожает. Вот такая страна-самоубийца. До 24 февраля она не была замечена ни в каких таких самоубийствах. А после 24 февраля они сами от себя бегут в другие страны, покидают свои города, насилуют своих женщин, уничтожают свои там здания, роддомы, театры и так далее. В общем, вот такие оказались украинцы. Мирные российские военнослужащие, они просто руками разводят. Мы пришли освобождать, мы несем мир, а вот украинцы, они сами себя уничтожают. Ну, и в данном случае то же самое. Значит, во всем виноваты украинцы, они стреляют по Запорожской атомной электростанции. И в данном случае речь идет о том, что Гутерреш, во-первых, призвал прекратить военные действия. Там украинская сторона говорит о том, что там расставлены разные какие-то гаубицы, там различное вооружение существует. И оттуда Россия стреляет по Украине, по украинским городам, видимо, понимая, что Украина в ответ стрелять не может. Опять-таки, это самая крупная атомная электростанция в Европе, Запорожская. Не сравнить с Чернобылем. Она, по-моему, 6 раз больше Чернобыльской АЭС. Так что призыв со стороны Совета Безопасности сделать Запорожскую АЭС демилитаризованной зоной. Но мне кажется, что исходя из того, как мыслят российские руководители, они могут пойти на все. То есть им совершенно плевать на мнение Организации Объединенных Наций, они проводят свою политику. И если нужно будет... Это украинцы, они воюют за свое, а
эти пришли, они могут хоть взорвать АЭС и тем самым уничтожить не только часть Украины, но, в общем-то, и различные страны, которые являются там странами Восточной Европы и так далее. То, что на свою территорию этот пойдет зараженный дым, там, это совершенно не важно. Вот, украинцы погибли, это главное. В общем, мы даже не можем представить себе, на какие шаги могут пойти в Кремле. Но вот то, что говорит сегодня международное сообщество, ООН, сделайте демилитаризованные зоны, наверное, это совершенно правильный вывод из сложившихся просто обстоятельств. Игорь. Ну, вывод-то правильный, только вопрос в том, кто будет соблюдать этот закон и это правило. На самом деле мы знаем уже, что было несколько случаев, когда были заключены какие-то такие промежуточные договора между двумя странами, которые потом на следующий день были нарушены. Я имею в виду зерно, которое должно было быть отправлено из Одесского порта в Турцию. И вообще, в принципе, указы Организации Объединенных Наций не всегда воспринимаются странами, против которых они применяются. В отношении референдума, мне кажется, что Россия не будет отменять референдумы в этих местах по одной простой причине, что любое проявление слабости будет воспринято гражданами Российской Федерации не самым лучшим образом. И поэтому с этой точки зрения им необходимо российской администрации соблюдать вот такую вот шапкозакидательскую политику и использовать ее в пропагандистских целях. То, что, собственно говоря, они делают до сих пор во всех возможных случаях. И, кстати говоря, вот именно вот эти пропагандистские меры, которые они принимают, в общем-то, достаточно действенны для большинства граждан Российской Федерации. Как только будет показана какая-то слабинка, слабость, у многих людей это может вызвать негативную реакцию. Ну так что, тогда война на территории Российской Федерации, мы однозначно все понимаем, что если референдум состоится, то он будет в пользу Российской Федерации, это бесспорно. Игорь. Вот тут нюанс есть, я бы сказал, потому что референдум – это еще не включение этих территорий в состав России. То есть референдум – это, ну, условно говоря, высказались местное население. А дальше Россия может этим торговаться, может этим играть, то есть играть на переговорах каких-нибудь дальнейших. То есть вот мы не включаем, видите, мы не включаем, а можем включить. Да, то есть это такой еще дополнительный козырь у них, и включат они или нет, это тоже вопрос. С Крымом, напомню, это произошло за 2 дня. 16 числа прошел референдум. Да, кстати, когда захотели, да. Да, кстати, тогда референдум был... Тогда была совершенно другая ситуация. Угу. Кстати, тогда, во-первых, у власти были совершенно другие люди в Соединенных Штатах Америки, и, в принципе, подобная реакция предполагалась. Собственно говоря, от реакции Запада тоже очень многое зависит. Так же, как это было и в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии. И, собственно говоря, никаких не было проблем с аннексией Крыма. Сейчас ситуация другая. И в России это тоже прекрасно понимают. Я напомню, что тогда, 16 марта 2014 года, прошел референдум о независимости Крыма. Никакого референдума о присоединении к России вообще не было. Он заявлен был 30 марта, но не состоялся, поскольку уже 18-го, через 2 дня, Верховный суд Российской Федерации принял решение, что эта земля теперь наша, Крым наш. Вот эта известная идеологема, она, собственно, получила свое развитие в реальном мире. Так что да, тогда, если хотят, то могут за 2 дня. Ну, кстати... Собственно говоря, здесь я хочу добавить, что в отношении ЛНР и ДНР тоже было принято решение о признании независимости этих двух образований. А после этого началась уже военная операция по освобождению граждан этих ЛНР и ДНР. Ну, не только граждан ЛНР и ДНР, там немало российских граждан, к чему Россия приложила огромные усилия. То же самое это было, мы прекрасно понимаем. Ну, правильно, российских граждан, находящихся на территории ДНР и ЛНР.
так же, как в середине 90-х раздавали российские паспорта там где-нибудь в Северной Осетии, в Абхазии. Это мы все прекрасно понимаем. Одна и та же схема работает. И, кстати, сегодня очень сильно ослаблен процесс получения паспортов в России, в Херсонской области. Там, пожалуйста, можно получить паспорт Российской Федерации и таким образом увеличить количество россиян, так называемых, которые живут в Херсонской области. Так что одна и та же схема. Игорь, другая тема, на мой взгляд, очень и очень любопытная, поскольку, значит, президент Зеленский, он в интервью «Вашингтон-Пост» призвал страны Запада прекратить выдачу виз любым россиянам и даже отправить обратно в Россию тех, кто там уже находится. Поддержали это Эстония и Финляндия. В Евросоюзе единства по этому вопросу нет. Все это будет обсуждаться на саммите в конце августа, 31 числа. Здесь удивительным образом в России эта идея вызвала осуждение. Причем не только со стороны властей, но и со стороны антипутинской оппозиции. Но с другой стороны, опять-таки, почему Россия это вызывает такое осуждение? В конце концов, ну не будут ваши замечательные люди путешествовать не только в страны, там, в стан врагов. Ведь вас сегодня окружают сплошные враги. Ну, слава богу, будут люди ездить в Крым отдыхать, а не в Турцию. Да, или не будут посещать там Финляндию. Ну, казалось бы, какие проблемы? Вы же к этому стремитесь. Сегодня, в принципе, Россия страна-изгой. Но нет, возмущение существует. Итак, Игорь, вот это решение. До 31 августа осталось не так много, но уже к этому подключился, кстати, и Сейм Литвы, и Латвия. В общем, процесс пошел, то, что называется. Ну, процесс пошел, но достаточно медленно. Особенно это даже с точки зрения иронии звучит достаточно тавтология иронично, достаточно иронично. Финляндия и Эстония заявили об этом первыми. Обычно всегда эти страны последними присоединяются к какому-то решению. Но так или иначе, во-первых, 31-го не факт, что это резолюция будет одобрена Евросоюзом. Во-вторых, насколько это будет действительно иметь какое-то отношение к реальности. На сегодняшний день я знаю, что многие россияне пытаются получить второе гражданство. Но прежде всего речь идет об Израиле. И сейчас вот именно поднялась такая волна новая. И я думаю, что это связано именно с ситуацией, которая сейчас в России происходит. И люди понимают, что единственный способ попасть для них за границу – это получить второе гражданство. По сути дела, если у человека есть российское и израильское гражданство, никто не может воспрепятствовать приехать практически в любую страну мира. Так что люди, у которых нет израильского гражданства, конечно, возмущаются, потому что, во-первых, далеко не все поддерживают военную операцию, далеко не все хотят оставаться на территории Российской Федерации. И, собственно говоря, такие же, это мне напоминает то, что происходило в Советском Союзе. Тогда выезд был закрыт со стороны советского руководства. Но, тем не менее, те люди, которые поддерживали советский режим и были членами партии, тоже, в общем-то, не очень радовались такой невозможности посетить даже социалистические страны. А здесь ограничения, мне кажется, что это вполне объяснимо с точки зрения граждан Российской Федерации. Им закрывают выезд, теперь уже занавес опускается, тот же самый железный занавес, но опускается с другой стороны. Так что насколько эта резолюция пройдет в Евросоюзе, я уже сказал, мне кажется, что это будет весьма сомнительным. А в отношении высылки граждан Российской Федерации с территории других стран, ну, это, мне кажется, маловероятно вообще, потому что обычно такие вещи происходят только тогда, когда обе страны, то есть не все страны, которые высылают граждан той или иной страны, находятся с этой страной в состоянии войны. Друзья, давайте прервемся на техническую паузу, после чего вернемся в передачу. Оставайтесь с нами.
Дамы и господа, вы в программе «Пресс-клуб», и гости нашей передачи сегодня – Игорь Туфельд, политолог, журналист из Соединенных Штатов, город Бостон, и Алексей Никитин, писатель, город Киев. Алексей, давайте продолжим эту тему по поводу, опять-таки, запрета на выезд из Российской Федерации россиянам. Финляндия, Эстония, мы уже говорили об этом до перерыва, они уже заявили, что они закроют для россиян границу. Речь идет в данном случае и о туристах, и о чиновниках, и так далее. А насколько вам кажется, это действенное будет решение 31 августа? Члены страны Евросоюза в лице министров иностранных дел как-то должны будут к какому-то решению прийти или не прийти? Алексей. Да, но я не думаю, что прям вот так скоро это решение будет принято. Но тут есть другой момент. Ведь понемногу европейские страны, та же Латвия, да, уже, по-моему, и еще кто-то, начали признавать Россию, Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма. И вот если это решение будет принято не сейчас, да, со временем, после там очередного преступления путинского режима, после там очередного убийства, не знаю, что для этого понадобится, там украинских военнопленных, соглашение, еще что-то. Пока что решение на... Да-да. Вот, если это решение будет принято, то тогда граждане России просто автоматически лишатся этой возможности, и тогда все будет намного серьезнее, об этом как-то особо они не думают. А заявление Зеленского, конечно, да, оно было отчасти эмоционально. Знаете, вот буквально в тот день, когда он это заявление сделал, появилось видео такой российской тетки, совершенно такой хабалки, из провинции, которая бегала по Вене, по-моему, и троллила украинок, да. Вот. Мне что-то, я так подумал даже, что небось посмотрел он вот это видео и отреагировал вот таким образом, плюс, ну, естественно, накопившееся все раньше. Вот. То есть там есть проблема с тем, кто именно находится за пределами России, в основном в странах Европы. Вот. И, конечно, многим из них, ну, так возникает у людей желание подрезать эти возможности. Ну, честно говоря, даже вот я сейчас смотрю, мне, скажем, надо бы съездить в Италию. Вот, в сентябре у меня выходит книжка, а я не могу, ну, практически не могу выехать из страны, то есть это сопряжено уже с определенными проблемами. Вот. И вот сижу я и думаю, а почему, собственно говоря, да, граждане-владельцы паспорта страны-агрессора спокойно ездят, да, по Европе, а у меня проблемы с этим. То есть даже вот на таком уровне возникает желание как-то ограничить вот ту свободу. Сказала, по-моему, премьер-министр Эстонии, если не ошибаюсь, что возможность въезжать в Европу, ездить в Европе – это привилегия, а не право. То есть лишают не права, да, лишают привилегии. Ну, те страны, которые ограничивают въезд граждан России на свою территорию. А почему возникла проблема выехать из Украины в Италию? Это какие-то личные вещи? Или теперь многие страны понимают, что если ты выезжаешь из Украины, то ты можешь остаться беженцем в стране? Нет, это наша внутренняя проблема, это результат 24 февраля, то есть мужчины призывного возраста выехать за границу не могут, да, ну, могут в принципе, то есть там нужно собрать ряд документов, чем я, собственно, и занимаюсь, но ситуация такая, выехать проблема. Ну, это понятно, то есть это, в данном случае, с моей стороны, это не жалоба, а констатация, да, факта, вот. Но мне кажется, что это вполне логичное было бы следствие определенных причин, связанных с событиями после 24 февраля, запретить россиянам пребывать в страны свободного мира, поскольку, вы совершенно правы, если будет принято решение в ряде стран, что Россия является спонсором терроризма, а есть уже те страны, которые готовы сказать, что Россия и есть страна-террорист, то тогда
поддержка россиян, 70-80%, я не знаю, даже выше, вот этого террористического режима? Зачем вы нам нужны в Европе, если вы представляете страну террориста? Да и, собственно говоря, мы вас так и воспринимаем, раз вы поддерживаете такую страну. То есть, Алексей, мне кажется, что это очень логичное может быть решение. Да. Ну что, давайте теперь перейдем к нашим американским событиям. Ну и я бы отметил здесь несколько моментов, которые стали знаковыми на этой неделе. После 18 месяцев напряженных дебатов Сенат одобрил амбициозный, я бы его назвал однозначно, антинародный и затратный план президента Байдена. Он включает выделение $430 миллиардов на борьбу с изменением климата, снижение инфляции, как сказано, и здравоохранение. Ну, среди прочего, в этом плане масса направлений в поддержку обычной повестки Демократической партии. Это вот кроме зеленого плана Байдена, поддержка меньшинств, гендерные программы, поддержка нелегалов и прочее. И это при уровне инфляции, ну, уже так, мы можно нас сравнить сегодняшнюю Америку с Америкой 1970-х, с различными экономическими финансовыми проблемами нашей стране. Я, кстати, напомню, что демократы, они были категорически против плана Трампа достроить пограничную стену на юге нашей страны, стена, которая бы позволила не приходить в массовых таких количествах в нашу страну, непонятно кто заходит. Я напомню, в последние данные, в последнем месяце 139 тысяч зашли к нам только за один месяц. Это те, кто были схвачены за руку. Сколько проходит так, потому что у нас нет стены. Но я напомню, демократы были категорически против в 2016, 2017, 2018 годах и так далее. На стену нужно было выделить $5 миллиардов 700 миллионов. 5 миллиардов у нас, 6 миллиардов у нас не нашлось. Демократы говорили, что это страшно затратный проект. Сегодня к этим 430 миллиардам можно добавить еще 300. Там вся эта программа, она, в общем-то, в районе более чем $700 миллиардов. Почти, ну, получается, 3/4 триллиона долларов, куда входят различные пакеты тех или иных программ, которые хочет, чтобы пока еще есть большинство и в Нижней, и в Верхней Палате, чтобы прошли вот сегодня немедленно, потому что, ну, они приводят избирателя. Открытые у нас границы экономически, финансово, мы просто в глубокой яме, и тем не менее находятся вот эти вот сотни и сотни миллиардов долларов на борьбу с климатом. Можно бороться с климатом или нет, это другое дело. Я еще раз говорю, это не борьба с загрязнением окружающей среды, с которой можно реально бороться, это борьба с климатом, который у нас на самом деле явление природное. Я уже говорил об этом неоднократно, существуют циклы изменения климата, отсюда был ледниковый период, там следующий был период, это невыносимые жары и так далее. Насколько можно бороться с климатом, не знаю, трудно сегодня сказать, масса ученых говорят, что борись, не борись, климат будет изменяться, поскольку опять-таки существуют определенные циклы. Но мы в Соединенных Штатах в наше время, когда у нас по $5 бензин стоит на автозаправке, когда цены на товары увеличены от 10 до 20% увеличились. Но каждый может это, зайдя в магазин, проверить. Мы все прекрасно это понимаем. Мы имеем, опять-таки, возможность посмотреть, что делают наши избранники народа. А они голосуют двумя руками. Республиканцы категорически против этого. Они голосуют за вот эти вот 730-750 миллиардов долларов, которые, оказывается, в стране есть. Иными словами, запускают печатный станок. Игорь. Ну, во-первых, я хочу добавить кое-что. На самом деле, изначально этот бюджет должен был составлять от 2 до 3 триллионов долларов. Так что то, что он уже сокращен, по крайней мере, в 3 раза, это уже, в общем-то, достаточно положительное известие. В отношении всего остального, ну, что здесь можно добавить? Да, действительно, Демократическая партия находится в паническом состоянии. Все шаги, которые предпринимаются, показывают на то, что они пытаются любыми правдами и больше всего неправдами избежать сокрушительного поражения на ноябрьских выборах. Но на самом деле стоит все-таки упомянуть о том, что пока мы еще все же живем в демократической стране, и поэтому если все произойдет так, как говорят опросы, и так, как говорят, в общем-то, граждане Соединенных Штатов Америки, то
демократы потеряют большинство в обоих палатах представителей, и таким образом этот план может быть, в общем-то, закончит свое существование в январе 2023 года. Это тоже, кстати говоря, очень важный фактор для избирательных кампаний кандидатов от республиканской партии. И я думаю, что вот такое вот решение, которое приняла демократическая партия, в общем-то, не способствует их большей популярности. Что на самом деле показывают результаты праймерис в различных штатах. И, кстати говоря, это касается не только членов демократической партии, но также и республиканцев, которые поддерживают эти законы. Прежде всего, я хочу сказать о Лиз Чейни, которая праймерис буквально через несколько дней, 16 августа, и она уже на сегодняшний день находится, в общем-то, в очень плачевном состоянии. Она обращается к своим гражданам с различными призывами, гражданам штата Вайоминг, чей округ она представляет. При этом она не говорит о том, что она собирается делать в отношении своих граждан, то есть граждан своего округа, который она представляет. Она опять начинает говорить об политике республиканской партии, о президенте Трампе, о лживых, якобы, по ее мнению, заключениях о том, что выборы были фальсифицированы, ну и так далее. Последнее выступление было буквально, вот, по-моему, в прошлый четверг, и она опять повторяла об этом, не вспомнив о своих гражданах, которые выбрали ее и сделали ее представителем Вайоминга в Конгрессе. Так что все вот эти шаги на самом деле нужно рассматривать тоже таким образом, что это может и откликнуться совершенно другим образом. Но здесь есть еще одна составляющая. Помимо всего того, что вы перечислили, Геннадий, есть еще увеличение рабочих мест в количестве 87 тысяч новых сотрудников налоговой инспекции, которые будут заниматься тем, что будут выколачивать деньги из американских граждан. Причем пойдут новые аудиты, пойдут новые расследования. И это в конечном итоге тоже может быть политизировано, тем более, что мы все прекрасно помним, как налоговая инспекция пыталась противодействовать созданной в 2010 году республиканской организации Tea Party. Ну да, на самом деле Трамп, кстати, заявляет, что мы будем брать налоги там семей, которые зарабатывают в год больше 400 тысяч долларов, но вначале 400 тысяч, потом семей, которые зарабатывают 200 тысяч в год, потом 100 тысяч, а 100 тысяч зарабатывает огромное количество семей, если мы говорим о работающих супругах. А, в общем-то, денег будет не хватать, так что, ну, по принципу, я не знаю, французских королей, да, вот, которые начинали там с каких-то крестовых ордеров, там с крестоносцев, тамплиеры и так далее, а потом все французы платили французской короне, которой денег не хватало. Ну, я бы сказал, что это не только французские короли. Да. Вообще все могут короли, в том числе и американские. Алексей, вот этот законопроект, он официально известен как закон о снижении инфляции. Ну, по-моему, это даже звучит как-то так. Такое впечатление, что над нами американцами издеваются. Закон о снижении инфляции на 750 миллиардов долларов. То есть это еще одна огромная дыра в государственном кармане. Здесь статья Камала Харрис сгодилась, поскольку она, как вице-президент, она имеет право голоса в Сенате, а в Сенате 50 на 50. Таков был расклад при принятии этого закона. Ну вот она свой 51-й голос, она как бы отметилась, она его добавила. Вот, так этот закон, собственно говоря, он проводит в жизнь различные программы. Иными словами, я бы сравнил это с Украиной, ну, до военного времени, когда постоянно шел разговор о коррупциях, когда были различные лоббистские группы, которые пробивали в своих интересах те
или иные законы, там, постановления и так далее, на этом зарабатывают. Сегодня демократическая партия, пока у нее есть такая возможность, до вот этих промежуточных выборов, пока они и в Нижней Палате, и в Сенате, они могут то, что называется, заказывать музыку. А они проводят вот эти законы, невзирая на то, что они просто убивают нашу экономику, что они антинародные, я еще раз говорю. Народ против того, чтобы платить там $5 на заправке и платить, к примеру, я не знаю, там, август месяц, да, за арбуз $15. Вот. И так далее. То есть вот такие простые вещи. Они убеждают американцев в том, кто сегодня нами руководит. Но я еще раз говорю, параллели можно провести. Мы прекрасно помним все эти коррупционные скандалы, которые были в Украине. У нас, в принципе, вот сегодня Демократическая партия – это лоббистская организация, которая и запускает печатный станок, и опять-таки люди найдутся, которые аудиты будут вести, чтобы еще брать у людей и так далее. Мало у нас сегодня налогов. Это проходит все, вот этот закон о снижении инфляции, когда у нас инфляция под 10%. Закон о снижении инфляции – это то, что работает в интересах Демпартии. Алексей. Интересно, вот вы сравнили ситуацию с украинской. Я тоже, вот глядя на, ну, слушая вас, слушая вот перечисление пунктов из этой программы, я тоже как-то накладывал на украинскую ситуацию, но у нас, конечно, сейчас взгляд совершенно другой. Мы на все смотрим с точки зрения военного времени, военной ситуации. И ощущение было такое, какая мирная проблема. На самом деле время, в том числе и для Соединенных Штатов, уже, ну, если оно еще и мирное, то оно, по-моему, перестает им быть. То есть тут вот мое ощущение было таким, что тут не хватает так сурово встать на землю и оценить реальность, да, и оценить то, как будет выглядеть будущее в случае, так сказать, пессимистического развития событий, да, вот, то есть возвращение к какой-то реальной, больше реальной экономике, производству, может быть, производство оружия, которого не хватает, может быть, увеличение каких-то производственных программ, ну, черт его знает, но вот глядя вот так вот из Киева, вот у меня было ощущение, что этого там не хватает совершенно радикально. То есть ощущение реальности пропадает, да? Да, ощущение того, что люди смотрят на мир, то есть через очень красивые, очень розовые очки. Да, ну, вот там, да, в Демократической партии там сегодня в немалой степени там правят прогрессивисты, так называемые, а это социалистическое мышление, это социалистический взгляд на вещи. Ну, что такое социализм, мечты социалистические, социалистические планы, мы это прекрасно помним еще и по Советскому Союзу. Кстати, сенатор-республиканец Митч МакКоннелл, он обвинил демократов в том, что они проголосовали, как он сказал, за удвоение экономической катастрофы. Вот я считаю, это абсолютно верное определение. Кроме всего прочего, мне кажется, здесь есть еще одна составляющая, что как даже на уроках арифметики в начальной школе говорили, два пишем, три в уме. Вот здесь у них тоже, возможно, существует такая потенциальная возможность обвинить в конечном итоге, проиграв обе палаты представителей в ноябре этого года, обвинив республиканцев, что это они виноваты в инфляции. То же самое, что делает администрация Байдена, обвиняя Трампа, при этом совершенно не говоря и игнорируя информацию о том, что бензин при президенте Трампе стоил больше, чем в 2 раза дешевле. 2,5 раза дешевле. Да, но, кстати, давайте теперь перейдем. Опять-таки, говорим о демократии. Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде обыскали агенты ФБР, и что действующий американский лидер Джо Байден заранее знал об этом обыске. Белый дом категорически от этого отказывается. В четверг выступал прокурор генеральный и сказал о том, что это он выписал ордер, поскольку было много тревожных каких-то сообщений.
нападения и так далее, случай беспрецедентный. Речь идет о том, что Трамп вывез какие-то документы из Белого дома. Я вам должен сказать, что Барак Обама, когда он освобождал Трампу кабинет, он вывез все, что там можно было, и до сих пор все это вывезено в Чикаго. Там находится его warehouse, и в котором до сих пор разбирают документы. Никто обыск не делал. То же самое касается, кстати, и, я не знаю, Клинтон, Хиллари Клинтон. Вся эта история с ее ноутбуком, потерянными письмами и так далее, никто обыски эти не проводил. Так что на самом деле существует у нас в стране те, кто может быть, я еще раз хочу сказать, это беспрецедентный случай. 44 прецедента того, что можно было вывозить из Белого дома документы, существует, начиная с первого президента. Трамп 45-й президент, на 45-м президенте это закончилось. Почему-то нужно в его отсутствие проводить обыск, 9 часов проводили обыск, в его отсутствие нужно было все это сделать. Но, видимо, желание посадить президента до 2024 года, а в Соединенных Штатах нет определения «бывший президент». Президентом называют тех, кто уже и закончил свой срок. Так вот, посадить президента Трампа, видимо, это главная задача демократов сегодня. Алексей. Звук, вот поэтому... Мы вас слушаем. Я говорю, у меня на какое-то время звук пропадал, поэтому я всю речь не услышал. Вот. Но по вот этой ситуации с изъятием документов у Трампа, оно, конечно, такая очень знакомая, очень характерная ситуация. Она и по Украине, и по многим развивающимся странам выглядит, там, конечно, какого-то полицейского произвола, да, вот, но связанные там с документами, связанными с ядерным оружием, которые, конечно, мне очень сложно судить, я себе не представляю себе, что там могло быть, и насколько это важно, насколько это нужно было, потому тут, конечно, это далеко выходит за область моей. Что-то пропадает звук, действительно. Игорь, ну что, в общем-то, объяснения разные, но не укладывается в голове, что это было возможно. Иными словами, вот как и в предыдущей теме, демократы переходят те или иные границы, когда им нужно, они готовы на все. Игорь. Это в очередной раз проявление паники, которую испытывает демократическая партия, причем направлено не только против президента Трампа, это направлено и против людей, которые будут избираться в ноябре этого года, которые поддерживают Трамп. То есть, дискредитировав самого президента, они таким образом, по их мнению, дискредитируют и кандидатов, которых он поддерживает. На самом деле это ошибочное явление, как мне кажется, ошибочное мнение. И в этой ситуации обвинения, которые появились в средствах массовой информации, на мой взгляд, абсурдны. Трампа обвиняют в том, что он располагал какими-то документами, касающимися ядерного арсенала, ядерных секретов Соединенных Штатов Америки. Ну, давайте просто логически попробуем размышлять на эту тему. Если действительно у Трампа в распоряжении были такие документы, которые он собирался, как говорит генеральный прокурор Мэри Гарланд, передать другим странам. Трамп уже полтора года не является президентом. В январе 2021 года он покинул свой офис, овальный кабинет в Белом доме, и соответствующего другого доступа к документам, которые находились там, у него нету. Если у него действительно были такие намерения, но неужели действительно Мэри Гарланд сам может поверить в то, что вот он ждал полтора года, чтобы передать эти секреты, и не уничтожил их до тех пор, пока к нему не нагрянули с обыском агентов ФБР. По-моему, на самом деле ситуация просто абсурдна. А второе. Мэри Гарланд, когда он выступал на пресс-конференции, на нем просто лица не было. Он понял, что, в общем-то, все, что было сделано было
То есть направлено было в одном направлении, а пошло в другом направлении. Как говорил в свое время Виктор Степанович Черномырдин, премьер-министр России, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Вот именно как всегда и получилось. Игорь, но у нас практически времени-то не осталось. Можно ли однозначно сказать, что это пример, доказательство того, что спецслужбы сегодня работают на демократическую партию? То есть они находятся, что в принципе просто у нас всегда было разделение. Спецслужбы сегодня работают на Белый дом. Они работают прежде всего на Министерство юстиции, а юстиция, Министерство юстиции работает неизвестно на кого. Может быть, и не на Белый дом, может быть, на бывших хозяев Белого дома. Это тоже не стоит сбрасывать со счета. Потому что в ситуации, в которой находится сегодняшняя администрация под руководством Байдена и Харрис, здесь вполне реально можно допустить, что они действительно были не в курсе того, что делает Министерство юстиции. Или были не в курсе, или просто забыли, что тоже неудивительно. Бывшие хозяева Белого дома, кого вы имеете в виду? Я имею в виду, прежде всего, президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Но они сейчас хозяева Белого дома. Кто бы бывшие, вы сказали? А, предыдущие, но, видимо, это президент Обама и чета Клинтона. То есть то, о чем мы говорили... Все мы знаем, что Мэри Гарланд – это креатура Клинтона, которую поддерживал Обама и пытался протолкнуть его в Верховный суд. Так что здесь у меня нет никаких как бы противоречий, все это прекрасно знают, это не какая-то конспирологическая теория. Я надеюсь, что скандал этот замять не удастся, и все это скажется во время вот этих промежуточных выборов, и дай бог, в 2024 году. Мне кажется, республиканцы только от этого могут выиграть. Как вы считаете, Игорь, у нас программа подошла к концу? Я считаю, что это можно расценивать как черный пиар демократической партии в адрес республиканской партии. Да, уже есть процентное соотношение. Опросы показывают, что 70% опрошенных, которые не голосовали за республиканскую партию, осуждают этот рейд. Игорь, Алексей, я благодарю вас за участие в передаче. Время подошло к концу. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.